И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, он же Мэри, да? И я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Остров выживания. Я вообще рассчитываю, что я в ближайшие 10 серий хотя бы закончу остров и переключусь на выжимку. Для этого. Оп! Вот такая штука у меня появилась. Не, не холодильник лево вверху. А, как видите, распознавание свой-чужой и Waysome Spyglass. Да, я установил эту прекрасную штуку, назовем ее так. Но все-таки бинокль это кусок говна, и он меня реально раздражал, он меня всегда раздражал. Я не понимал тех людей, которые за него топили. И я установил его для того, чтобы понять, а как же он работает? Почему так люди за него топят? Нет, спасибо. Вот, и весь Spyglass, он всегда работает, он всегда это, и вот это вот все вообще хорошо. Замечательная штука. Это во-первых. Во-вторых, кстати, да, у меня появилась триптера по качеству тирексов, ну то есть по новому поколению, которые стали бегать, просто у них бегу 220%, сами видите. Я подумал, а вдруг и с летунами также прокатнает. Поймал самку, кстати, лишним не будет, вывел птенца, и, ну, как бы, нет. То есть, вот, он усилен узом, точнее, она усилена узами, все дела, но нет, скорость не читерится, и жаль. Вот. Но зато выносливость я и прокачал больше, потому что я качал вроде бы только выносливость. Притомил обезьянку, она топовая, поэтому притомил, она была 120-й, и там нужен был один базовый кибл, я его притомил, и замечательно. И что? Дофига что делал. Кучу перемолол. Кстати, вот это я не понял, как это работает, но легендарный. Броня 276, 335, но здесь прочность 502, а здесь... 248, ну как бы такое себе. Поэтому в переработку. Ну и этот генератор, который у меня, собственно, не работает, тоже в пере... Что? Правильно, работку. Погнали, отлично. Хочешь черного жемчуга достали обратно, хотя там 40-очка тратил, ну да бог с ним. Вот отсюда я все рецепты перенес, как и положено, в букшелф. Или как он там называется, букшелф? Да, букшелф, все правильно. Все рецепты у меня здесь, и рецепты эти перенесены так, для того, чтобы я мог подойти, нажать, типа, перенос ресурсов всех, и все замечательно. Точнее, всех рецептов. Здесь у меня, кстати, вот тоже непонятная штука. Броня прям сильно хуже. Вот, то есть 391 броня и фиолетовый у легендарной, ну, 300 броня, да, то есть на сотку почти меньше, ну, 576 прочность, ну, как бы тоже непонятная фигня. Штанишки, вот, хорошие штанишки, это замечательно, но вот, к примеру, бронька, 321 броня, 291, здесь прочность больше и брони больше, и это фиолетовая, а это желтая. Ну вот как это работает? Сопротивление к холоду, к жаре только. Единственное, что... Непонятно, все очень непонятно. Ну да бог с ним. Как обычно, у меня начало долгое... Фиг с этим всем. Ресурсов у меня, кстати, вообще просто жопа жуй. Пытался рыбачить, забить просто. Никогда это ненавидел, точнее, всегда это ненавидел, и сейчас тоже ненавижу. Пойдем томить мегалодонов. И, собственно, топовых мегалодонов я нашел в двух местах. В одном месте, сейчас покажу. Ну-ка. Это вот здесь, что? Вот у меня пляж слева, и там у меня ловушка. Они внизу там тусуются. Прям самец и самка сразу же вместе. Это клево, это прикольно. А с другой стороны, я нашел более топовую самку около острова хищников. И я думаю, сейчас туда и пойдем. Только единственное, что мне нужно, наверное, все-таки ворота бегемота я возьму, да? Я думаю, это будет все-таки лучше закрыть. И... Давай возьмем деревянные. Итого, 4 воротины бегемотины, киблы,
винтовка и Tranquil хорошие дротики. И все. А, кстати, я еще выбил, с луча подобрал офигенный помповый дробаш. Это прям клево. И офигенный арбалет. Тоже прям очень сильно порадовался этому. Ну, это было уже давно. А, вот это надо починить, потому что нужно. Потому что я забыл опять ее починить. Уже реально сколько вот я бегу. Ай, блин. Много, короче, времени прошло. Сколько раз я пытался. А там коллектор. Работай. Здесь так-то борзить тоже, да? Оп. Сейчас у тебя какашки сдохнут, и все. Яйца подбирай. Козел. Есть такая багулина. В общем, летал я по лучам. И, кстати, нашел я седло на сарка. Жесткое седло на сарка. Как жесткое, но нашел. И можно будет попробовать и на сарка сгонять. В пещеру. Вот. Сейчас я вам покажу. Ну, во-первых, да, это просто супер штука, и ты с ней вообще не паришься. Ты видишь сразу, что как где, я имею в виду про трубу. Вот, и, собственно, благодаря ней это и нашел. То есть я вот так смотрю, о, плавает. И перефлекс только. О! Чё? 116-й! Клёво! Вот, и. Да, вот, ой, два корма всего лишь нужно. Ну, потому что у меня, еще раз повторюсь, у меня рейты, скажем так, получше, более удобные. Так, для начала строим ловушку. Так. Огромнейшая ловушка есть, которая, если что, должна, по идее, меня спасти даже от хищников на этом острове. Только нужно сделать автоматик, но автоколлос онли. Так, и... Да, вот это бы тоже бы автоклассом для сделать, наверное. И остается только заманить сюда... Акулу. Так, как же тебя заманить сюда? Так, ну, во-первых, мне нужно так одеться. Вот это у меня специально для того, чтобы отсюда я мог, если что, палить. Не знаю, посмотрим, получится у меня это, не получится вообще. А вообще мегалодон здесь нужного левела. Остается ее только как-то на себя сагрить. Как? Нашли спросить у кого как? Сам не знаю. Ну-ка. Это овца на борт меня тянет! Уйди! Отцепись! Это было как минимум тупо. Откройся! 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 Она меня за собой потянула. Сраный арбалет, не делайте так. Это было страшно. Не, все-таки надо сделать это. Опа. Открытие и закрытие автоматическое. Ой, блин, она меня как дернула, я просто офигел чутка. Ой, это было страшно. Ну просто как бы типа две какулы, а у меня из ближнего боя только хорошее копье. Ну ладно, хорошее копье, я не спорю, это копье хорошо. Но я боюсь сейчас столкнусь с такой проблемой, что она просто ко мне может не подплыть. Они на этот уровень очень крайне редко заплывают. А, да, я про что и говорю. Вот в этом-то и может быть проблемка. Видите, и она такая, оп, такая, ой, не-не-не-не-не, я чухаю тут, короче, какая-то подстава. Тихо, не закрывайся. Ты смотри-ка, я сразу же отыгрывалась, да? Угу. Так. Во-во-во, не надо подлагивать мне тут, не надо, мне и так страшно. Ой, у меня тут, короче, арк что-то два раза, это... Того, туда-сюда вылетал. Ну как вылетал? Не вылетал. Зависал. Прикинь, просто. Просто экран стоит статичный, и все. И ничего ты с этим не сделаешь. Так, ладно. Сейчас
ловим так, чтобы отагрилось максимально. А он такой: ха! Твоя мама жирная! Оп! Класс. Это что, так должно работать, да? Ну, окей. Так. И попробуем план Б. Давай! Ай, прыгай! Да твою мать! Это не сработало! Ладно. План С. О, здесь... Нет, я, конечно, могу здесь оглушать, но это тупая идея будет, я что-то не подсказывает. Подожди, я сделал как-то так, что это... Не, ну это было сейчас, короче, вообще... Это было несерьезно. Иди сюда. Не, надо копье убрать, а то еще нечаянно стукну. Но на кию, если что, достану. Фига, какая манта тоже хорошая. Манта хорошая, это хорошо. Я бы тоже притомил, но не хочу. Так, ладно, еще раз попробуем, чтобы отагрелось. И по новой. Он реально сюда не хочет заплывать. То есть, основа поимки — это правильная ловушка. Черт! Она вот в эту высоту не заплывает. Да эти странные акулы иногда вот здесь по берегу ползают. Какого фига? Ужасно. Я реально первый раз с этим сталкиваюсь. То есть они сколько раз уже прям за мной чуть ли не по берегу. То есть стоишь ты по щиколотку в воде, то есть ты в воде можешь бегать, а она такая заплывает тебе и хрек за задницу. Да, ну, значится, нужно переносить ловушку. Раз она в такое пространство не заплывает, значит, я могу спокойно ловушку делать глубже. То есть, к примеру, делать вот здесь. Вот примерно от камешка к камешку, да, вот это вот. И стоя, допустим... Не, слушай, здесь она может плавать, по идее. Блин, надо место подобрать получше тогда. Надо поискать место получше. Посмотрим. И мне пришла одна... Такая хорошая, как по мне, мысль. Чтобы не совершать дважды одну и ту же ошибку. Для начала, прежде чем томить... Кстати, где я? Как будто к тому берегу было бы ближе. Не, к этому ближе. Прежде чем томить, давай проверим, а где она отагривается. Чтобы уже более конкретно знать, куда можно ставить, а куда нельзя. То есть, к примеру, если я буду ставить ловушку здесь, да? Собака, она уже там отогревается, ну серьезно. Не, я просто хочу томить ее в ловушке. На всякий случай, чтобы на нее никто не напал. Я могу тут оглушить. 6300 торпоры, это фигня. Просто реально, я хочу в ловушке. Мне интересно притомить ее в ловушке. Вообще, возможно это сделать ловушку так, чтобы и берег был, короче, и, то есть, ну, не в воде, короче, полностью. То есть, сам стоишь на береге, на берегу, я прекрасно говорю, а она, типа, это... Ой, она так близко-близко так бывает. Оп! Оп! Ты смотри, а я тебя могу погладить, хочешь, покормлю тебя? У меня кибл есть. Так, ну ясно. Вот это предел. Вот здесь это и ставим воротину бегматину. Отлично. Это крайняя точка будет. Автокласс он, бля. Ну и дальше строим ловушку. И знаете что? Ничего мне не придумал, кроме как заделать фундаментами вот это отверстие. Потому что реально ничего в голову-то и не приходило. Ну, типа, камон. Я и так уже сделал все, что мог, а отверстие огромное, так что акула может проплыть. И... Отлично. Так. Это хорошо. Так.
Ну, слушай, я не помню. О! А, точно, правильно. Первый вот дверь мод. Так, 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 оп! Про канал? Да твою мать! Кошмар. Слушай, она и отсюда выветывается. Ну не может же она вот через вот это... Не-не-не-не, это не может, это уже моя паранойя. Потому что, походу, нужно еще глубже делать. Не, это дурдом. Реально, вот на таком склоне это нереально сделать. Или реально? Я уже сам не знаю. Слушай, а проблемка-то немножко другая. Да подожди ты! Да подожди ты! Что ты в меня уперлась? Подожди, 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 подожди. Подожди, подожди, подожди. Не-не-не, не то, не то. Ага, все, отогрелось, отлично. Тут другая проблемка. Так, 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 так. Мне нужен фундамент еще один. Я же ж не могу под водой стрелять. Блин. Ну-ка. Так, ладно. Как знал, как чувствовал. Вот теперь могу. Классно. Блин, наконец-то. Я же говорю, всего лишь два дротика. И она будет спать. Вы бы знали, как сейчас легко стало на душе. Ну, зато спит. Почти в безопасности, если бы еще бы двери вы сами не открывались. Автоклассон, да. Да ты черт открыла. Так, и закидываем два кибла-бла, потому что больше не надо. Ждем. Не, а знаете, что самое обидное будет? Если я сейчас сделаю седло Носарка, и в итоге Носарка пройду эту подземку. И мне все возня с мегалодонами не нужна будет. Ну хотя, с другой стороны, я седло Носарка нашел, пока искал мегалодонов. Так что равноценно. Отличненько. Мегалодончик. Накидываем седло. И оп, могу плыть. Здорово. Так, насчет скорости. Ничего не могу сказать, но зато может плыть вертикально и горизонтально. То есть в этом плане более удобно. Ну, посмотрим, посмотрим, что это даст. Так... Я поехнусь отсюда, чтобы потом обратно вернуться и все на место поставить. Ну ёб твою ж за ногу, опять забыл. Захлебываться стал. Оп. Так, и что я хотел проверить? Так, давай, родная, плыви. Может проплыть сюда или не может. То есть, где мне им загон делать? Импровизированный потом. Да ладно, и здесь можешь проплыть. Офигеть. А здесь уже не можешь, да? Да иди в баню отсюда. Ты что, дурная, что ли? Бешеные создания. Да, хорошо, что там телепорт не поставил. Ну, в общем, даже с этими камнями лучше не рисковать. Вот. Вот, вот, вот это место этого будет нормально. Окей, окей, запомним. И сейчас за вторым надо загонять. Так, только надо тебя на пассивочку поставить. И красный обелиск. И вон мегалодон. Совет 108 левел. Все просто огонь. Только... А, ну хотя чё? Нормас? Так, где там
Манта-манта? На тебе! На тебе! Отлично. Задалбывают они меня. Ну, погнали. Так, здесь остались у нас только что? Цикланты. Ну и с остальными разберемся, что. О, манта-манта. Ну ладно, сначала надо закинуть все-таки хавку. Так, и потом уже будем разбираться с остальными. Почти. Опа. Главное не зацепить. Кстати, вы можете задаться вопросом, а почему же я не томлю Ютирануса? Да. Ведь я же так давно уже говорил, буду томить Ютирануса. Вот когда найду хотя бы нормальный левел, тогда и буду томить. Находил 80-го. Угу. А потом кто-то исчез. Исчез. Просто исчез. Испарился. Растворился. Я не знаю. Я мимо того места, где он был, пролетел еще гидрона фиг знает сколько раз. И его не было. Да. Ну, если что, 80-й это сам максимальный левел был. А Мегалодонушка тем временем... Да, еще не скоро. Вот их томить, да, чёт, короче, прям отстойно. Отстойно долго. Да, я тут еще этого... Трилобита с помощью крюк-кошки притащил на берег и залутал бензопилой. Да, как я раньше-то не мог до этого додуматься, реально. Что их можно тащить к берегу крюком кошки. Что-то у меня в голове все время откладывалось, типа, шлеп и подтянуться. А то, что может за собой тащить кого-либо, я даже не думал. Но как меня сегодня акула тащила, это было весело. Я испугался до безумия. Ладно, подождем еще чуть-чуть. И будет здорово. Отличненько. Еще один мегалодонушка. А теперь... Их у меня двое. И это означает то, что... Погнали. Это означает то, что у них будет... будут семейные узы. И это означает то, что они будут меньше получать урона и больше наносить урона. Так, хавай. Отлично. Ну, а за кадром я посмотрю, что лучше качать. А вот, и, ну, то есть, ХП, выносливость. А что там еще, ну, выносливость-то вряд ли. Там урон. И уже в следующей серии обязательно пойдем. Пойдем, говорю. О, молодец. Вот, пойдем за артефактом. С тем злосчастным подводным артефактом, который очень тяжело было мне получить на Сарком, так как я огребся, так как седло было говно. Вот такие вот дела. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, как говорится, прощаться. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, там ставить лайки, комментировать, ну, в общем, все как обычно, все как всегда. Потому что что? Правильно. Ждите следующей серии. И в следующей серии либо пойдем в подземку, если найду, ну, подводную пещеру. А если найду Ютирануса, то пойдем томить Ютирануса. А как найду Ютирануса, пойдем уже по боссам. Ну, Рексиков я прокачал. Кстати, прокачал по 50 тысяч хп. Там 53,5-54 примерно так. Пока что. Я думаю, это пока что достаточно. И посмотрю, сколько нужно, что вообще, когда. В общем, скоро пойдем по боссам. Когда точно, знать не могу. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.